Привет, друзья, с вами Маркович. Продолжаем мы с вами играть в Cozy Grove. Что ж, снова день и снова наши прожорливые птички, которые здесь уже буквально повсюду, хотят жрамкать, естественно. Так, что хотите, давайте смотреть. Тут у нас мука, тут у нас зелень, я уже взял это. Естественно, хлебушек, естественно, еще хлебушек. И это что-то только рень, то что-то такое. Да, сейчас мы с вами посмотрим на картиночку. Это у нас с вами точно есть. Куда пошел-то ты, что делаешь? Обратно вернись. Вот, это у нас корнеплоды, да. Так, давайте один штуку возьмем и все пока что. Сейчас, может быть, там прочекаем, что у нас именно на почте есть. О, там бес хочет орех. Блин, у нас орехов вообще нет. У нас с вами квест на орехи, если вы помните. Точнее, не на орехи, а на муку. Не знаю, хочу ли давать ее бесам. Блин, что-то чувак приперся, сейчас надо деньги будет тратить. Ёпрсты. А у нас драгоценных камней еще с вами нету. Ну, короче, ладно. Наверное, сегодня прошляпим момент. Так, кормись, держи, кушай, давай штуки. Давай. Ой, добавили кнопочку, ничего себе. Точнее, как минимум написали, что это пробел. Так, оп, это мое. Так, здесь мы с вами тоже собираемся. Балдеж. Красота. Так, вам сейчас, держите, тоже выдам. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вот ты. Да ты что, ты? Птица, синица, я тебя прошу, чисто по-человечески, давай. Наконец-то, держи. Так. Давай теперь штуки. Штуки, давай, пожалуйста, собрать урожай. Что там с тебя? Сейчас нам дропнется много всего интересного, да, надеюсь? Ну, конечно. Как обычненько, в общем-то, ничего интересного, но так или иначе. Так, здесь мы с вами сразу руду собираем, само собой. Это все, что упало с такого месторождения. Класс. Так, сейчас тебе тоже дадим кореньев. Погоди, хрен там сейчас к тебе проберешься. Сейчас с тобой будем бороться 3 часа, да? Чтобы покормить себя. Так, птица. О, надо же, ничего себе, сразу прям, прикиньте. Класс. Держи, давай. Нет, ну куда ж ты бегаешь? Ну, вот, на клювик. Собак, ты сутулая. Ну давай, возьми уже. Ёп, туда я. Наконец-то. Так, все, забираем у нее штуки тоже. Спасибошки. Ну и погнали там, собственно, брать квестики. Вот это все, что мы с вами обычно здесь делаем. Так, естественно, руду пособираем. Так, опять там бесы появились, которые хотят конфетки. Надо конфеток сделать, у нас мало осталось. Не уверен, что хватит вообще. Если мы сможем, конечно, их сделать вообще. Не знаю, тоже хватит нам всего или нет. Давайте проверим, что у нас там есть сейчас. Так, сейчас здесь быстренько чикну. Зеленушечки вот этой вот. Прекрасный, замечательный. Чтобы в кармашку упало. Ну, спасибо. Давайте мне. Это мне все надо. Как обычно, в общем-то. Я пытаюсь повысить пищевую ценность своей выпечки. Спорим, железная руда, то что... Да, конечно, почему нет, действительно. На, забирай. О, да, хрустеть будет что надо, спасибо. Какая же жесть. О, орехов накидала, молодец. 5 штук. Так, там немножко осталось. Чё, кое-что испечь. Чё, нам не хватает? Муку, блин, нет, тогда пока обойдетесь. Пока обойдетесь. Так, хлебушек можем сами сделать. Тоже мука нужна. Да ёпперный театр. Не, пока муку тратить не буду. Так, вот здесь мука не надо. Здесь мука не надо, кстати говоря. Это классно. Смастерить еще одну штучку. Про запасик на всякий пожарный случай, знаете ли. Наверняка кому-нибудь пригодится. Она когда-нибудь. Так, что мы там еще можем? Зелень у нас 27 есть, пускай будет. Мы с вами можем элитную зелень сделать. Ничего себе, представляете? Элитная зелень. Так, яйца не надо. Джем. Ну, давай одну штучку тоже сделаем. Звучит отлично. Собирай. Пригодится где-нибудь там у нас с вами в хозяйстве, естественно. Так, что там еще? Что такое у нас? Это у нас фермерский салат. Смотрите, какая штукенция имеется. Отборная зелень. И всякое прочее, да? Так, вот здесь шоколадный торт. Точнее. Так, и там надо что у нас получается? Здесь муки тоже нет, какао-боб, печеные фрукты, эссенция беса, да? Ну, давай, где-нибудь пригодится тоже наверняка кому-нибудь, когда-нибудь. Как минимум в коллекцию пойдет точно. Так, ладно, все, пока ничего готовить больше, наверное, не буду. Сейчас, зеленушечки. Вот там какие-то кучки могучки валяются, там грибы, палки наверняка, да, что-нибудь такое. Потом еще может быть-то у нас квестик мы с ним пока еще не... Ну да, грибы и палки. Как прям, собственно, в воду глядело, да? Только в кучку. Так, ну все, ладно, погнали, наверное, по квестикам еще пробежим сейчас тоже. О, что-то яйцо не собрал здесь, кстати. Так, орехов тоже обойдешься, короче, тогда пока что. Я сейчас буду квест все-таки делать.
В хранилище все уберу, все, что можно убрать. Надеюсь, нормально все уберется. Да, класс. Так, что у тебя, друг, продается сегодня? Давай посмотрим, что там принес интересного. Можем ли вообще купить у тебя что-либо? Ну, давай. Шваркает такой. Тебе никогда не хотелось стать бродячим торговцем? Не особо. Не стоит, поверь мне. Так. Мне бы вот это надо, на самом деле, за 540 отличного деньги. Это что такое? Трофей. Драгоценные камни, которых у нас нет, драгоценные камни, драгоценные камни. За сколько монет ты мне продашь-то? За сколько? Опять цены нету. Сейчас миллион попросит у меня. Так, 7600. Вот это я куплю. Отлично, держи деньги. Так, вот это я тоже куплю. Держи деньги. Соль, по-моему, 2000 он брал, что ли, или что-то такое. Так, я, наверное, сомневаюсь, что прям супер много, надеюсь. В смысле? Куда столько денег-то взял? Верни его. Давай, можно вернуть, пожалуйста? Там 400 дней, все дела. Ёб твою медь. Охренеть, что такое лук дорогой. Все, иди в баню, ты меня расстроил, чувак. Я тебе больше ничего покупать никогда не буду. Кроме яиц, разве что. Охренеть, просто сколько там? 4 тысячи? 6 тысяч забрал? Да хера, короче, взял денег что-то с нас. Офигеть можно, ладно. Так, это убираю, убираю. Не пригодится. Верните мне деньги, пожалуйста. Так, что там у тебя сегодня для нас? Помочь. Я тут вспоминала, какие подделки мастерила в детстве. Есть одна, которую я хочу повторить. Составишь мне компанию? Мне есть почти все, что нужно. Осталось найти всего несколько вещей. Ветки дерева забирай. Нет, не ты, вот ты, да. Отлично, теперь все это соберем. Не так интересно, как я думал. Очередная подделка юного скаута. Смотри, он дал побочный продукт в виде эссенции. Давай сюда. Ой, рецепт еще дал, кстати, ничего себе. Так, чертеж. Большой цветочный... Большой цветок в горшке. Загадочный плетеный. Окей. Спасибо. 30 мягкой древесины, ёб тудей. Ладно. Пускай... Я застрял. Пускай будет. Так, это я сейчас, пожалуй, сразу уберу. Тогда давайте в костерочек. Мы далеко не дошли. Так, а что у нас там? У нас просится прям палочка, чтобы мы нашли что-нибудь сегодня, да? Ну, давайте поищем. Он что-то где-то здесь, кстати. Так, так, так. Я уже близок. Я близок. Близок? Нет, не близок. Где-то здесь. Во, найдено. Ну, давай собираем. Очередная туалетная бумага или что там будет? Интересненько. Я вытягиваю уже. Кочерга это, ладно, понял, хорошо. Это еще не все, еще где-то есть. Так, ну мы сейчас с вами, конечно, займемся. Как дела? Знаешь, что мини-мастер, в последнее время я что-то чересчур зациклен на себе. На острове есть и другие мастера, которые могут нуждаться в помощи. Чаще леса живет один талантливый скульптор, ее зовут Франческо, по-моему. Я знавал ее отца, как-то одолжил мне этот ножик, да так и не забрал. Инструмент лицо мастера, когда Франческо решит снова взять за работу, отдай ей это. Давай. О! Все. Наконец-то. Погнали. Такс. И что-то еще можно найти, кстати, будет. Где-то. Не уверен где, но мы с вами обязательно найдем. Ладно. Посмотри на эти инструменты. Они принадлежали кому-то, какому-то мастеру. Можно я их возьму себе? А можно мне что-нибудь взамен? Да ладно, бери. Какой-то щедрый дух. Я не дух. Так, посмотрим. Срезы здесь, пару завитков тут. Та-дам, теперь моя внешняя форма лучше отражает мою внутреннюю сущность. Снова работать по дереву так приятно. Может, я оставлю эти инструменты себе на какое-то время. А что-нибудь дашь нам? О, бревно, спасибо большое. Кстати, еще яблоня какая-то, или что это такое? Дерево груши. Понял, яблоко нарисовано, обманывают. Допустите, пожалуйста, мы же... Давайте, кстати, сейчас в магазин к лису сбегаем. Наверняка тоже палка продается. О! Это мне надо. Спасибо. Это мне надо. Спасибо. Что мне еще надо? Мне надо, да, в принципе, так-то все надо. На самом-то деле. Вот, эссенция призрачной птицы за косарик, да? Ну, возьму. Так, а что такое за три домика? О, дерево в горшке, 13 камней кварца. Нет, спасибо. Так, зелень, зелень, зелень. Яйцо можно взять, в принципе. Наверное, пока и все. Пока что и все. Место есть, место дофига. Давайте последний раз сразу дерево здесь тоже. Сейчас завитушки срежу эти. Там еще руда есть, кстати.
Меня все-таки интересует, что у нас там по каштанам будет. Будет ли у нас сами то, что нужно? 12 штук еще, да? О, руды нападало хоть чуть-чуть. Хорошо. Сейчас пойдем. Так, костер, держи, тебе два бревна аж целых, прикинь, принесли. Еще 4. Угу. На еще. Еще 3. Класс. А, и давай мы тебе пока отдадим вот это все. Места нет, ну это ладно. Так, дерево сейчас посадим с вами тогда. Привет, новый друг. Что у тебя там на сегодня? Ну, давай приготовлено, рассказывай. Так, ну, как минимум грибочки с палками. Окей, а у тебя что за квесты? Привет, призрачный скаут. Не попадались ли тебе еще фото? Так, где-то рядом со старой выцветшей бочкой. Это вроде на пляже, если не ошибаюсь. Ну, мы пойдем посмотрим. Конечно же. Так, нам еще нужно булочки взять, если они у нас есть. Может быть, даже готовили что-то. В этом кварц валяется. Надо забрать их, проверить почту, да. Нифига себе. Спасибо. Нормас. Деньжат подкинули. Так, рогалик не надо. Это вроде не надо. Стол как стол. А булок нету, точно? Так, тортики. Джем. Так, яйца. Короче, не, булок только тортики. Реально тортиков есть довольно много, кстати говоря. И зеленушка всякая. Ну ладно. Так, ну давай сразу квест возьмем у тебя. С меня хватит, неужели бесы не знают, что поворовать письма и преступление? Чувак, все та же пластинка. Правда, у нас и медведя полицейского нет, который мог бы с ним разобраться. Кое-каких писем все равно не хватает. Вручишь меня еще раз? Давай. У нас как будто бы, блин, выход был бы, да? Выбор точнее. Так, вот мне там кварц нужен. Да не застревай ты, ну. О, спасибо. Буль-буль. Так, вот там чувак кварц хочет. Можно поделиться, в принципе. Сейчас давайте ископнем. Тут у нас интересненькое есть. Может быть, очень интересненькое. Вот так иначе. Лучок, который мы, блин, купили за миллиард денег примерно. Нам деньги на расширение нужны так-то. О, еще лучок, да жесть. Что, издеваешься, играешь или до мной? Собака. Так. Тошечка. Может пригодится. Давай, собирай. Сейчас заодно и к мэру сразу сходим тоже. Спросим, что там. Нифига себе, руда такая классная. Что там надо сегодня? Опять какой-нибудь костюм или что-нибудь такое? О, стоять. Письмо отдай. Письмо, говорю, отдай. Собака, иди сюда. Угу, плюс письмо. Класс. Привет. Что за день? Никак не могу сосредоточиться. А, как бы, как обычно, в общем-то, да. Похоже, кое-кому придется принести мне кофе. Отлично. Так, может, лес где-то рядом со старой тоже? Тут куча листьев. Ну, где-то пляж какой-то. Наверное. Но я только одно место помню, где такое было уже. Так, что тебе кварц нужен? Ну давай. Сейчас у меня с собой есть как раз немножко. На. Йоу. Держи. Давай, и давай мне что-то. Нифига, тут рыбин сколько. Здоровенные все какие. Че там? О, сенса. Найс обмен, спасибо. Пригодится. Так, а у тебя что там, есть что-нибудь, нет? Без квестов, что ли, сидишь? А, или у тебя, или у нас какой-то квест уже есть? Ну ладно, есть. Так, с ракушечки наши любимые. Оп, блестящие. Это хорошие. Блестящие, это хорошо. Так, что-то здесь должно быть. Вот куча листьев, наверняка здесь. Ты там с орехом обойдешься? О, кофеечек на месте. Еще ракушка вижу. Давайте соберем. Еще даже одна ракушка. Вот еще здесь ракушка. Грубая ракушка. Ясно. Еще опавшие листья, кстати. Оп, еще рецепт. Рецепт. А ну-кась. Чертеж мариновый. А мы какое яйцо можем делать? Ну, выучить. Так, что там у нас? Соль. Маринованное яйцо, блин, звучит. Не знаю, стало бы такое даже есть, честно говоря. Маринованное яйцо. Это как, знаете, какое-нибудь это столетнее яйцо, типа вот. И почему-то сразу такие ассоциации возникают. Так, забираем. Сюда иди, слышь? Давай. О, спасибо. Так, у тебя там тоже что-то есть? Сейчас, подожди, приду. А, ну здесь мы не можем копать. Стоять. Стой. Так, на место, домой. Что там еще осталось?
Одно письмо и подарок, посылку, да? Угу, хорошо. Вот еще листья какие-то. Но здесь вряд ли, наверное. Да, здесь чисто грибы-палки. Вот в этих листьях может быть что-нибудь такое. Ну-кас. Нет, тоже грибы-палки, ладно. Обычно такие зелененькие кучки. А здесь она такая была не зелененькая совсем. Так, вот там еще вижу кварц, кстати. Так-то неплохо было бы подобрать его, конечно. Спасибо. Сейчас надо будет прочекать, что у нас там по орехам получается, да? У нас с собой есть какие-нибудь орехи вообще. Ну, мы там сколько-то положили. Так, ладненько. Значит, мы с вами сейчас давайте кофе, наверное, отнесем. А, да, вообще-то тоже на бочке. Слушайте, рядом с бочкой, я там что-то не видел, ничего такого. Может быть, где-то там, может быть, и нет. Но если что, найти можно будет, конечно. Пустите, пожалуйста. Так, сейчас проверим, давайте. Вот тут еще бочка есть. А вот она. Вот это же, да? Да, оно? Да, оно. Так, пока мы здесь около костра тусуемся, давайте, наверное, игрушку бахнем еще. Так, а тут куча, блин, деревьев дурацких этих ваших. Здесь день посажу, короче. Эй-эй, нету здесь, наверное. Бам, бам, фруктовое дерево, класс. Так, здесь у нас одно явно хочет быть обнесенным, так сказать, нами. Давай сюда все. Молодец. Хорошо. Сразу можно выложить кастрик, пока недалеко отошли с вами все равно. Так, это забирайте все, брать грибы. Вот это тоже убрать, пожалуйста. Места нет, нихера себе, в смысле, все, кончилось место, совсем кончилось место. Ну да, 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 вот бы 100 тысяч получить, да. Ладно, сейчас у нас кварца, по-моему, много. Может быть, реально продадим и расширим тогда, посмотрим. Ну, давайте квест для начала сделаем. На сегодня, так мы уже будем всеми этими штуками заниматься. Так, чувак, вот твоя фотка. Держим. Это что, фотография? Чудесно, посмотрим, что тут у нас. Корабль, какой красавец. Наверное, я когда-то бороздил на нем моря. Точно, я был капитаном корабля, покорителем семи морей. Это точно были вы? Да, я припоминаю. Должно быть, это Лили заставила меня сойти на берег. Обычно женщине не под силу разлучить капитана со своим кораблем. Эх, что за медведица она была? Скаут, может, оставишь эту фотографию у себя? А мне-то чем она? Не хочу снова ее потерять. Ладно. А, ну мне по квестику нужна, да? Хорошо. Так, плюс бревно, плюс квестовая штука. Кварц есть? Нет? О, дерево есть. Пойду соберу. Так, сюда, пожалуйста. О, прекрасно. Спасибошки. Это у нас как раз для чайки, слушайте, квеста висит. Хорошо. Так, бревно отдам костру попозже. Сейчас кофеечек донесем. Сейчас мы с вами письма пособираем еще. И вот, глядишь, чем там еще и получится у нас. Так, а что такое? Просто... Видимо, да. Так, держи кофеек свой. Мне немного лучше, спасибо, как всегда. Да, пожалуйста, как всегда. Денег. Ну, жаль, так много, как мы потратили. Всего лишь 500 монет. Капец, ты, конечно, жаден. О, кварц. Кварц, это не надо. Так, фотобудка там вроде где-то рядышком должно быть что-то, да? А, ну, у бесов. Стоять. Давай сюда. О, еще второй там, нифига себе. Давай, давай, давай. И получается последняя как раз штука у последнего беса. Ну давай. Да хорош бегать. Оп. Все, балдеж, сделали. Пошли на почтовику отдадим. Тогда, да, получается. А, ну мы рядом вообще с капитаном с этим. С чайкой с этой. Давайте ему сразу бахнем тоже. Фотокарточку. Ага, это я, кряк. Так ты все-таки. Ну ладно. Молодой медведь, полный энергии, задора и марианских штучек. Ой, я знал глубину марианской впадины. Разница между барком и баркентиной. И средний диаметр купола ушастой медузы. Это фото с моего 23-го дня рождения. А эту фуражку мне дал первый капитан парома. Окей. Бремно давай мне. Класс, слушайте, может быть сегодня получится даже... Или не получится, там надо было 3, да, по-моему. Ну, может быть, нам еще дадут бревно. Хотя вряд ли. Не-не-не, тут временный квест. Вот разве что здесь мы с вами все сделаем. И получим, может быть, еще бревно одно. Ну, короче, сейчас разберемся. Посмотрим. Если будет, значит будет. Нет, значит нет. Как бы у нас два, да, варианта с вами. Либо да, либо нет. Так что... Так, вот этот камушек, кстати говоря. Я не... А, все, вижу. Мышку потерял. Да-то убежала, думаю. Собрать. Так, вот там вижу ракушка, которая обычно дорогая, кстати говоря. Ща-ща-ща-ща-ща. Секундочку, пожалуйста. Она у меня из поля зрения не убежала. Сияющая, найс.
5. Я еще это хорошо. Ну вот бревно держим. Еще два. Угу. Так, вот бревно держи. Еще одно. Сегодня. Блин, вот отстой какой. Ну ладно. Значит, без бревен. Ну ладно, почтовик. Точнее, горе-почтовик, держи свои письма опять в очередной раз. Все письма на месте. Ты первоклассный сборщик почты, дружище. Это так, понимаешь? Первый класс. Ладно, неважно. Эти шуточки почтовика. Так, денежки. Ну, могли побольше денег кидать за задание. Так что это ищу. Но все больше, чем мэр. Все больше, чем мэр, который там пятихаточку такой накинул, знаете, там. Со скрипом в сердце, так сказать. Так, что у нас здесь? У нас с вами квестик. Ну, давайте проверять, что у нас там по орехам по этим. Я тут что-то пока не вижу, где их можно выкопать. Так, где у нас вообще ореховые деревья-то были? Где-то здесь было ореховое дерево, вроде как, но, походу, не цветет сейчас, да? Не готово, так сказать, приносить нам плоды, к сожалению. У тебя орехов точно нету? Да вроде не было. Не-не-не-не-не-не. Не, нету. Жаль, наши ореховые деревья сегодня тоже молчат. К сожалению. Да и так что-то как-то... Покопались, конечно, в земле кое-что нашли. Но не то чтобы супер много всего. Давайте пробежимся еще здесь. Мало ли где им что завалялось. Что-нибудь, вон ракушка, кстати, лежит. Никому не нужная. А я заберу. Спасибо. Гладкая. Окей. Гладкая так гладкая. Так, ладно, я пойду здесь. Пробегу сейчас быстренько. Еще посмотрим. Прочекаем с вами. Тут, походу, что-то нет ничего, да? Ну, жаль, жаль, конечно, жаль. И рыбешки там плавают. О, кучка. Могучка. Ну-ка, что там у нее будет сейчас? Да, скорее всего, палки обычные какие-нибудь. Ну да. Так и есть. Так и есть. Ладненько. У тебя тут ничего нету случайно? Под ногами? Не? О, вижу, вижу, что-то есть. Вот тут может быть орешек. Ну, конечно же, не сейчас, да? Ну, а не орешек, смотрите, как класс. Не зря собрали. Так, ну поехали проверять. Что там по орехам? Вдруг все-таки хватит? Я сомневаюсь. Наверняка какого-нибудь одного не хватит, чем-нибудь такое, да? Да, игра? Так, орехи, 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 орехи. Где-то были они у меня. Где они? 9, 10. Ну, я же говорю, типа двух не хватает, да? Не хватает двух. Блин, может побегаем, посмотрим еще, вдруг повезет. Ну, конечно, когда они так нужны, вот прям по острову пробежался, вообще ничего нигде нету. Просто ноль. Жесть какая-то. Ну, пойдем... О, кварц зато собрали. Пойдем, что ли, хотя бы кварц продадим. Расширим себе инвентарь, хоть какой-то праздник устроим. Может, конечно, где-то и есть. Ну, не, я что-то прям не вижу нифига. Ладно, погнали. Блин, жаль, конечно, такой стик наделаем сегодня. Ну, ладно. Текс, что там у нас есть по кварцу? Давайте смотреть. Должно быть довольно много его. Да, реально дофига. Капец, 350. А нам надо сколько денег? Нам надо 100 тысяч, да? У нас сами 20 есть. Ну, 1080. Ну, короче, надо 200, наверное, оставить. Точнее, 200 продать. Остальное оставить. У нас тут для тебя кое-что есть. Ну-ка. Во. 40 тысяч. А, 40 тысяч. Подожди, в смысле 40 тысяч? Ты что, не подешевелишь, что ли? Блин, в смысле 40 тысяч? Они же раньше, по-моему, по 400 стоили, нет? А сейчас получается по 200. Что-то такое. Блин, ну и отстой. 40 тысяч, даже мы, если мы с вами продадим все, нам с вами не хватит денег. Окей, тогда пока оставим. Тогда пока оставим. Так, давайте-ка еще кое-что в коллекцию отнесем. Там ну, вряд ли, конечно, много денег зададут. Ну, хоть сколько-нибудь. Хоть немножечко. Еще, может, получим. Так. Довольно дорогие штуки. Вот это вот вообще. Возможно, рецепт дадут. Карамельный заварной крем. Давай. Ага. Так, что у нас здесь? Получить подарочек. О, денег. 2,40. 2,400, точнее. Найс. Пафосный флан. Окей. И здесь. Ну, понятно, камушки. Сколько? 100 камней? Так, они что ли реально подешевели, их стали больше давать теперь или что? Ну, нам, по крайней мере, сотку, мне кажется, ни за что не насыпали. Ладно. Так, ну ты, считай, нам только что дал просто так 20 тысяч. Это приятно, конечно.
Так, ладно, рецептик давайте изучим, выучить рецепт. И мы еще получили сами, кстати говоря, эту штуку тоже полезную, древний пепел. Найс. Давайте-ка еще поищем одну штукенцию, мало ли что там высыпет нам. Забыл совсем про вторую, у нас же, типа, есть возможность поискать еще. Надо бы, наверное, воспользоваться. Хрен его знает, где это будет, но, я думаю, найдем. А там, глядишь, где-нибудь какие-нибудь, может быть, орехи заспаунились, хрен его знает. Но это не точно. Но пробежимся в любом случае. Поищем. О, кстати, а ну-ка. Орешек, пожалуйста, вот бы орешек. Ну, конечно, да. Зачем тебе орешки, когда вот можно 3 монетки собрать? Так, 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 что-то есть. Есть контакт. Где-то здесь. О, класс, собираем. Давай, 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 давай. Штукенция, какого цвета? Фиолетовая, кстати. Священный кубок. Так, ну давай. Мне кажется, по-моему, с таких орехи не падают. Или падают. Картоха. Так, тут у нас что-то тоже есть. Вряд ли орехи, конечно. Ну да, грибы с ветками. Ой, две штуки-то. О, так, 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 ну-ка. Ну-ка, давай, давай, давай. Да меня сейчас вести не будет. Ну, я же говорю, блин, это звездец какой-то. Ну, игра. Где везение, там явно не про меня. Просто монетки. Так, давай здесь копнем. Окей. Ну и, короче, не очень-то и хотелось ваши орехи собирать. Все, нет, нифига больше. Только можно уже 10 кругов намотал по острову. Ничего нету. Одни монетки падают, только и все. Ну ладно, так, что у нас с вами получается сейчас с по квестикам? Остался только один-то, да? Который как раз-таки орехи. 12 штучек, ну, я думаю, в следующий раз уже точно сделаем. Надеюсь. Если мне, конечно, будет супер не везти, мы, конечно, не сделаем. Но я надеюсь, что не настолько не везет. Так, убрать что-то место. Так, это продать, это продать. Это не продать, кстати говоря, надо будет разобрать, скорее всего. Убрать место уже нет, с этих палок что-то тоже сделать. Так, вот гриб, давай выходи, что-то место занимаешь. Что у нас там еще есть? Яйца пускай будут. По 12 штук в стаке всего лишь. Жесть. Да все, остальное вроде пока надо тоже. Ну так-то у нас с вами есть сейчас 90 тысяч, если продадим вообще весь кварц, который имеется. 452 штуки. 90 тысяч 400 монет. И мы с вами сможем... Да, давайте, что там, хотя бы это сделаем. Будьте любезны, да? Да, хочу получить 90 тысяч монет. Реально. Бум. Найс. Ну, хоть пойдем сейчас потратим их сразу. Переработчик-эксперт дали мне тут звание. Давайте заберем еще эти штуки. Куда там бежишь? Стой на месте. Пол драгоценный камни, 50, ничего себе, спасибо. Так, найс, найс. Спасибо, что-то еще было. Так, пол драгоценный камни, еще десяточку. Хорошо. Спасибо, все, да пока? Ну, вроде да. Ну, неплохо, 60 камней так-то. Пол драгоценных. Это же почти 600 кварц получается. Ну там, если разбирать его, будет меньше, конечно. Но так-то все. Окей. Так. Это убрать сюда. У нас с вами еще сколько-то, наверное, было или нет? 79 это вот. Да, найс. Ну все, давайте, 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 давайте. Хочу улучшить свою палатку. Так, тесновато, да. 16 за 100 тысяч монет. Да? Да, звучит отлично. Давай. Ну-ка, ну-ка. Что там у нас будет сейчас? И... Как-то она изменится. О, ну такая прям, знаете, апгрейдженная палатка. Сок. Сок, ну какой-то ящик появился еще. Какая славная палатка. Ну такая, да. Нормес, пойдет. Так, новый значок, транжира. Это я. А можно значок получить? 2500 монет всего лишь. Что-то маловато за транжиру-то, не? Ну ладно. Как говорится... Монетка кучку бережет, да? Так, ладно, спасибо. Теперь у нас там есть куча мест. 17 свободных мест. Найс. Что угодно можно складывать. Что угодно можем складывать. Это прям кайф. Ну, я так думаю, что забьется тоже за секундочку у нас с вами, как всегда. Так, орехов точно нет? Еще раз проверяем. Десятка, да. Отстой. Еще два ореха всего лишь. Ну, соберем, соберем. В следующий раз тогда что поделать. Соберем. Что-нибудь придумаем с вами, думаю. И дальше будем квестики. Смотреть, друзья. На сегодня заканчиваем. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Как всегда, мы с вами увидимся. Всем до скорого и пока-пока.